Задача нашей компании сейчас в большей степени заключается в том, что помимо высокого содержания крахмала, который есть у многих компаний за счет большого количества початка в структуре силоса, помимо высокого содержания крахмала, нужно стремиться и к высокой перевариваемости клетчатки. Это основной вызов для нашей компании и одна из основных задач.